Всем привет! Сегодня 3 января, и на наши сервера пришло очередное обновление. Обновление то, которое мы давно ждали, о котором я вам говорил, о том, как будущее. Это проточка звезд стадий. В принципе, я давно ждал это обновление, я надеялся, что оно будет, но я не ждал, что оно будет настолько эффективное. На самом деле, там очень большой бонус проточки PvP, мощи и довольно-таки хороший бонус проточки остальных других статов. Сейчас мы включим проточку. Да, вот, например, сейчас мы посмотрим созвездие. То, что у нас сейчас бонус есть, это максимально доступный бонус на наших серверах, потому что больше, не только на наших, на всех серверах, потому что больше звезд проточки нет. Хотя вот, например, у нас не полностью проточено созвездие Лира. Я думаю, что в дальнейшем как-то звезды стадии еще будут добавляться, но сейчас их добавить нельзя. Вот, смотрите, значит, проточка точится за золото. Можно включить автопроточку, что мы сейчас и сделаем. И будем смотреть и параллельно говорить о том, какие бонусы она дает. То есть точатся статы. И еще дополнительно вероятность успеха будет понижаться. То есть в конце будет вероятность успеха около 30%. Также, видите, точится PvP мощь. На одном из... скажем так, на одной из звезды каждого созвездия точится, не на одной, на нескольких, видели, было дважды, то есть на двух, да, получается, звездах. Сейчас здесь атака, первые бонусы слабенькие, дальнейшие бонусы там подальше. Вот PvP мощь смотрим, или может оно в разнобой идет как. Там сейчас будем смотреть. Здесь нет PvP мощи. Нет. Вот раз PvP мощь точится на созвездии. Ждем. Еще. Не было. Ну, в принципе, там около 140 PvP мощи получается за полную проточку, или 120, ну не меньше 120, если я не ошибаюсь, за полную проточку. Но мы с вами посмотрим, там было 0, она будет писаться вверху, будет новой строкой. В принципе, проточка будет длинная, так как созвездий очень много, звезд очень много на каждом созвездии, поэтому будет точиться долго. Вот, пока что по очередным, последующим обновлениям у нас пока ничего такого более крутого нет, что бы мы ожидали. Ждем только новую. И, да, кстати, при обновлении музыкалки, да, добавлении новых музыкальных оружий, то будет добавлена новая богиня. Я ее видел уже на корейском сервере. Ну, более всего, я думаю, что это она будет связана с новой музыкалкой, потому что там писали разработчики богиня мелодии F. То есть как-то обновленная тоже будет. Ее тоже нужно будет собирать до 10 уровня, если я не ошибаюсь, для того, чтобы открыть все статы. Вот. В принципе, я не буду мучить вас. Дальше смотрите под музыку. Если что, пишите в комментарии, если вдруг я пропустил какие-то нюансы по обновлению. Также нам пришло в это, кстати, вчера, да, опять же, новогодняя шестидневка. Я надеюсь, что бонусы включат, то есть уже сегодня в события, то, что можно будет купить за нее. И там, надеюсь, будет хотя бы что-то более хорошее по сравнению с тем, что было перед этим, потому что перед этим был вообще кошмар. Дальше смотрим под музычку.
так, проточка закончена. Как вы видели, мне не хватило 1 миллиарда. Мне пришлось дополнительно добавлять еще золото. Где-то примерно 70 миллионов. При полной прокачке дало мощи около 90 тысяч. Это немало. Дальше смотрим по созвездиям, что мы получили. 130 ПВП. Статы, как вы видите, значительно увеличены. Атаки и тому подобное. То есть вы, если видели изначально, запомнили, то реально очень сильно подняты статы. Потому как 90 тысяч мощи просто так ниоткуда не возьмется. Очень сильный бонус. Бонус действительно стоящий, но золото съело почти 1,1 миллиард. То есть это очень мало. Те, у кого это золото есть, те красавчики, тем повезло, и они реально получат очень толковый бонус. Все, еще раз всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.